Обычный дом в обычном районе. На втором этаже много лет жила рядовая семья. Мать – учительница, отец – системный администратор, дети – школьники. Этих людей и их семейную идиллию, говорят соседи, можно было ставить в пример многим. В последний раз соседка Зоя Зайцева видела 15-летнего Даниила буквально за несколько дней до трагедии. Ничего необычного в поведении подростка не заметила. Я выходила с собакой гулять, а он открыл дверь моей собаке. Я говорю: большое тебе спасибо. Очень хорошая была семья, примерная. По словам соседки, после 9 класса Даниил собирался поступать в колледж, увлекался компьютерами и, наверное, хотел пойти по стопам отца. Вот только родителей, как на допросе признался сам подросток, его средние успехи в учебе не радовали. Из-за этого, считают следователи, в семье произошел очередной конфликт. Он, взяв нож на кухне, направился в спальню, где спали его мама и сестра, и нанес им по одному удару ножом в область жизненно важных органов. Затем направился в ванную, где находился его отец, и нанес ему не менее двух ударов ножом. Мотивировал он свое решение тем, что не видел дальнейших перспектив в жизни, поскольку учился ниже среднего, и родители его за это упрекали. 41-летний отец мальчика скончался до приезда скорой. Мать и младшая сестра попали в реанимацию. В зал суда подростка заводят под конвоем. Судя по всему, он до сих пор не понял, что произошло. Его родственники от комментариев отказались. На учетах он не состоял ни в псих, ни нарко в диспансере. Также на него имеется вполне удовлетворительная характеристика со школы. В силу возраста подростку грозит до 10 лет лишения свободы. Но выводы пока делать рано. Следствию предстоит допросить его сестру и мать. По решению суда ближайшие 2 месяца 15-летний Даниил проведет в следственном изоляторе. Впереди проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертизы. Специалистам предстоит выяснить, в каком состоянии находился подросток на момент убийства и что именно стало причиной. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.